Всем доброго утра, дня. Мы отправляемся на рыбалку. Три штуки сразу? На одну удочку 3 тунца сразу могут залететь. Сильная дурацкая рыба. А вон ту бабу будет сжигать. Сначала люди уезжают, выпендриваются, какая Россия херовая. А потом они организовывают себе вечеринки русские. Самое главное делать в жизни то, что вам нравится. Не знаю. Мне сегодня взломали Инстаграм и Телеграм. Настя, выйди сюда. Настя, лодка. Давай бегом сюда. Нет. Спускайся. Да, спускайся, тут уже тихо, не глубоко. Давай. Фу. Ребята, всем доброе утро. Я сегодня проснулся в 5:20. Хочу вам показать. Ну, во-первых, я здесь еще не снимал. Это наша новая вилла. Она такая же, в принципе, как и та, в которой мы жили. Просто хочу вам показать, как выглядит с утра отель. В общем, вот такая вот красота. А я пошел на пробежку очередную. Настолько мне вкатило здесь бегать, вы себе даже представить не можете. Надеюсь, буду продолжать по возвращению в Москву. Я настолько кайфую от того, что я бегаю, что я это стал делать каждый день. То есть я вчера побегал, обычно у меня сегодня... Ну, всегда я бегаю через день, потому что день восстановления. А сейчас я проснулся, какие-то дела там поделал, по работе, там туда-сюда. И решил, что-то не хватает, пойду побегаю. Чего может не хватать человеку в 6 утра? А вот именно прет энергия, хочется больше делать. Что-то я решил сегодня просто походить. Это, кстати, очень классная практика. Просто оставляете телефон дома и ходите. Желательно с 8 до 10 вечера перед сном. Но можно также и утром. И вот у вас очень много вопросов в голове возникает. От того, что вы идете, и вас не отвлекает мобильный телефон, музыка, там еще что-то. И вы находитесь в этот момент сами с собой. И начинаете мыслить, думать. Очень многие вопросы решаются именно в такой момент, которые долго не могли решить. Рекомендую. Совсем маленькие рыбки. Хотел сейчас сказать, в чем плюс проживания именно на лагуне, в Ангтау. Здесь всегда утром прозрачная вода. И это классно. Большинство же здесь пляжей. Вода не прозрачна. А сейчас я вам хочу показать кондо, который застраивают ребята из Сочи. Очень классное место у них. Это вот заповедник. А они получают сразу через дорогу. Это почему-то на китайском там все написано. Я спрашивал и посмотрел в целом. Вся первая линия продана. Вот у них такой вид будет на парк. Море, в принципе, видно не будет. А так 80% не продано. Почему? Потому что цены очень высокие поставили. Может быть, конечно. Моя аналитика и не верна. Вот, но место классное. Я бы, если было не сильно дорого, я бы купил бы здесь. Единственный минус, что если вдруг цунами, то пока-пока недвижимость. Но говорят, когда здесь был цунами, на Бангтао, здесь, вот здесь в лагуне, ни один человек не погиб. Потому что она ударила туда, куда-то в север. И сюда, в принципе, видите, такая вот лагуна, она со всех сторон скалы. И, соответственно, только если прямая волна оттуда пойдет, здесь будет какой-то урон. В этом плане безопаснее всего, наверное, все-таки здесь жить. После вот этого цунами в 2004 году, оно, по-моему, было, власти Таиланда, Индонезии, ну, в общем, всех Малайзии, все, кто имеет какое-либо отношение территориальное, они договорились поставить буи, которые будут оповещать. Выстроили целую систему, которая всего лишь, по-моему, один раз срабатывала, когда были какие-то подводные движения. Но, по крайней мере, за несколько часов можно получить информацию и эвакуировать людей. В очень замечательном месте непосредственно тут будет построен Лайон Верде. Welcome to Lion Verde in Phuket. Смотрите, какая красота. Но об этом мы вам чуть попозже снимем. Здесь уже готовый офис продаж. Вот сам Вадим, собственно говоря, мы сейчас прямо в офисе будем записывать. Здесь вот ребята уже забор поставили, картинки красивые наклеили. Там уже где-то сваи вбиваются тестовые. Но я пока в этом не особо разбираюсь, я не строитель. Чуть попозже вам об этом более подробно расскажем. Привет, Вадим. Привет, дорогая. Так, ну что, погнали записывать подкаст. Обязательно потом посмотрите. Всем доброго утра, дня.
мы отправляемся на рыбалку. Нет, путешествие. Путешествие на рыбалку. Нет. Так, сейчас нас Вадим заберет. Мы взяли какого-то мега крутого рыбака, Вадима друга. Отправимся в океан. Жарко сегодня, невероятно. Привет! Вчера посмотрел мультик. Очень классный, рекомендую с детьми посмотреть. Называется «Тайна Коко». Аж поплакал вчера. Да. Все рыбаки в сборе и рыбачки. Вадим, у тебя как автобус залазит 20 человек спокойно вообще. Да, спокойно. Сегодня будет четверо из моих восьмерых детей. Саня, кого хочешь поймать? Кого-кого? Баракуду? Аху! Нет. Она на всех сожрет. Готов? Поехали. Да не бойтесь. Серьезная лодка. Привет. Привет, привет. Я Марлина хочу поймать. Приветствую. Саша, очень приятно. Человечки куда побежали сразу? Во, наша банда. Китайцы такой народ, который всегда сразу помогают, когда могут помочь. И говорит, Леша говорит, ты видел, сколько она бежала помогать, чтобы выкопать машину? И тут подъезжает к нам китайцы, говорит, вам надо помочь. Представляешь, это все в одном кадре. Так что, блин, прям вообще. Заказы приняли, да? Да, Валер, скажи, пожалуйста, а есть смысл в 12 часов дня что-нибудь ловить вообще? Мы всегда ловим. Да? И большие, большие рыбы ловили с 11 до 3 часов. А здесь вообще как по рыбе много? Таиланд славится только вот такой бонитой. Ее здесь очень-очень много. Все остальное на удачу. 1.5 килограмма бонита. То есть тунцы мелкие эти были? Да, да. Но они не вкусные, да? Почему? Вкусные? Вкусные? Да, у нас повар готовит идеально. Давай, Андрей, давай, это тунец, давай. А у тебя там что? Саня, тунцы. Тунцы, Санька. В очереди все. Что, есть там кто? А можно по кругу. Я тоже хочу. У нас будет много рыбы, Сань. Есть! Есть! Тунец! Ну, ты даёшь! Еще вот, подтекай. Нормально тут клюет, как из пулемета. Сильная глазка. Очень тяжелая. Очень тяжело. Нет, это тунец. Да, это моя рыба. Да, будет твоя. Я ее забил домой. Хорошо. О, это уже сильная. Красавчик. Красавчик. Еще вот для себя принял такую практику регулярно представлять себя через какое-то время. Вот, то есть, когда ты совершаешь какое-то действие, вот, например, я сейчас иду по пляжу, и то есть, что меня замотивировало здесь пойти? Именно сегодня утром подняться и пойти. То, что я представляю себя через, допустим, 10 лет, да, если это событие, которое я сейчас делаю, это действие приведет меня к лучшему результату, то я, соответственно, это делаю. О, что это? Блин, здоровый.
лучше бы я его не трогал. Но, кстати, свеженький, довольно, не тухлый. И, соответственно, я сегодня утром вышел, и меня встретил подписчик, человек, который рассказал мне историю, как они берут у государства в аренду землю и делают на ней глэмпинги. Но они на самом деле просто занимаются переоформлением, потом продают, и люди там делают глэмпинги, гостиницы. То есть это именно лесные зоны. И он мне говорит, давай сделаем, покажем, как на этом можно заработать. Я говорю, ну конечно, давай. Возьмем где-нибудь Конаково, можно там глэмпинги поставить, а можно просто продать. Ну, было бы, конечно, классно поставить глэмпинги. У моего партнера есть глэмпинги на Алтае, Mammoth Camp называется. Я там много раз уже был, и вам рекомендую съездить, если не были на Алтае. Хотите пожить без телефона, без связи, в очень красивом месте. Посмотрите мои выпуски. Так вот, может быть, в ближайшее время мы на канале покажем, как мы взяли какие-нибудь земли в Тверской области. Я хочу в Конаково желательно. Может быть, сделаем там глэмпинг какой-нибудь интересный, куда будут люди приезжать отдыхать. Вот хочется такие вещи создавать побольше. Сейчас вот нас здесь сделаем баню. Там не только баня будет, там спортивный зал, ММА, майтай, бассейн 25-метровый, спортзал, медитации. Ну и, конечно же, русская баня с веничками и ресторан. Мы в этот проект зашли. В ближайшее время будем вам показывать процессы стройки. Самое главное, что у нас получится в результате. Поэтому будете на Пхукете обязательно. Мы к весне постараемся все запустить. Комплекс уже работает, можете, в принципе, приезжать. Но пока мы там ничего особо не переделали. Но к осени постараемся сделать так, чтобы к сезону, так сказать, новогоднему, вы знали, где можно попариться с веничком и хорошо провести время. Там будет кинотеатр, детские комнаты, рядом Централ Фестиваль. Все, можете приехать, жену, допустим, отправить на шопинг, детей заниматься с аниматорами, рисовать, лепить, вкусно покушать и перезагрузиться. Вот, совсем забыл вам рассказать. Каждый год в мае, уже на протяжении, наверное, 10, а может быть, даже 15 лет, мы ездим в Астрахань. Раньше, как вы помните, мы ездили в палатках, приезжали в гости к Раилю, ставили палатки и охотились на сазанов. Сейчас мы уже более взрослые, осознанные, и, соответственно, ездим в Астрахань. Базу в этом году мы ее закрыли специально под то, чтобы поехать туда клубом. У нас 40 человек, и мы, соответственно, будем ловить рыбу. Будет и рыбалка, и подводная охота, выезды на острова, Уха, весна в Астрахани. Когда я говорю «весна в Астрахани», я чувствую себя счастливым, потому что это самое классное время. Запах вот этой реки Волги, огромные просторы. Поэтому, если хотите поехать с нами, я, правда, не знаю, остались места или нет, но я оставлю ссылочку, переходите, вступайте к нам в клуб и приезжайте в Астрахань вместе с нами. Это возможность пообщаться с интересными людьми, такое настоящее мужское счастье. Оружейный барон едет, Андрей Шелест, едут еще много моих там друзей, ну и одноклубники. Поэтому будет классно, кто хочет, залетайте. Все, три сразу? Все, сразу три? Да. Обалдеть. Вот три. А, ничего себе. Три штуки сразу? Да. Обалдеть. А четыре? Четыре? На одну? Такое бывает? Думаю, почему-то так. Одновременно четыре рыбы. В общем, что мы делаем? Мы нашли буи, которые привязывают те, кто ходит на кальмара ночью. И под этим буем маленькая рыбка и, соответственно, крупная плавает. Наша задача провести наживку прямо рядом с этим буем, и там обычно крупная рыба. Вот что-то мы поймали. Это уже, наверное, не тунец. Вадим, включи мою камеру. Там крокодил, Вадим. Да, да. Там может быть и тунец. Да? Да нет, нет, маленький. Большие так и тянутся, там выемотка, там все прыжки. Мы же это все проходили, а это кульчик. Может быть. Тарган, да? Тарган! Здоровый! Я таких не... Гнался. Да. Ох, здоровый какой, я таких не видел. Ого! Ладно, видео было. Видео было. Ай, блин. Это приманка. Настоящая рыба, да? Пахнет рыбой, да. Сейчас мы на крючок нашлем и все. Класс. Такая, прикольно. Я первый раз такое вижу. Размерчик крючка.
смотри. Круто. Теперь понятно, почему мы все время с рыбой. Ребят, видели когда-нибудь такую приманку? Из живота рыбы сделали брюшко и насадили просто на крючок. Это зашью надо сейчас зашивать. А, еще и зашить надо? То есть еще сейчас ниткой зашьют. Вот это да. Вот это поклевки у нас пошли. Вадим, а ты оказался прав. Как на черных камнях клюет, да? Или как-то? Да, да. Ну нет. То есть вот так вот брюхо срезали? Это вот контент, надо попасть же в кадр. Мы это сделали. Тунцы клюют как на черных камнях. Днем ловится, 2 часа дня вот сейчас, ровно 2 часа, и клюет как из пулемета сразу 3 удочки одновременно. Вот 14.08. На одну удочку 3 тунца сразу могут залететь. А еще, кстати, мне сегодня взломали Инстаграм и Телеграм. Причем взломали не мой, а сотрудника, у которого была возможность отправлять личные сообщения. Sailbot называется. Пока выясняем, может, это он сам отправлял, но я думаю, что, скорее всего, взломали. Тут кто-то из мошенников, в общем, взял сайт, который является мошенническим. Если вы переходите и вводите свой кошелек, то у вас воруют все деньги на кошельке. Хорошо, что в крипте мало людей разбираются, соответственно, ну, мало кто на эту историю попал, потому что я очень рано просыпаюсь, а мошенники спланировали примерно в 4 утра свою всю историю, а я в 6 уже встал. Не сильно много людям успели эту всю историю отправить, поэтому я поудалял, всех оповестил, всем скрины отправил, что не переходите по ссылкам. Только одну потерю знаю, и у человека было 3 NFT, но только я не знаю, дорогие они или нет, сейчас, кстати, спрошу. Но вроде он не сильно расстроился, значит, скорее всего, недорогие были. Еще, когда переходишь по этой ссылке, сразу пишет красными большими буквами, что это мошеннический сайт, то есть фишинговый сайт, и прямо он помечен красным. И, соответственно, я надеюсь, что люди читать умеют, будьте бдительны. Я никогда не пишу в личку, никогда не прошу перевести какие-то деньги или какие-то данные ввести. Если вам такое пишут от моего имени, то это мошенники. Давай, 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 давай. А ты держи Саню, чтобы Саню не утащили акулы. Смотри, вот это команда. А ты держи Гришу. О, о, вот это, вот это уровень. Вот это рыба. Нет. Давай, пап, давай. Давай, молодец какой. Молодец, Алик, красавчик. Сейчас, 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 стоп. Стоп. Саня, смотри, что там. О-о-о. Саня, молодец. Красавчик, Саня, сам достал, Сань. Олег. Вот это да. Ты, ну-ка, мышцы покажи. Ух, герой. Смотрите, у нас свежайший тунец. Красненький вот этот момент. Сейчас будем жарить. Разогревается масло. Режется лук. О, вот это уровень. Представляете, запах жареного лука и свежайшего тунца. Слушайте, очень вкусно. Молодой тунец, нежнейший. Повар молодец, что так пожарил. Огонь. Реально вкусно. А что, пап? Это лук. Он сладкий, можешь попробовать. Вот так, берем кусочек рыбы и лук. Рыбу поймали. Вот вкусный кусочек. И лук кусай. Молодец, давай. Нет.
Умница. Сам поймал, да, Сань, сам съел. Вот такой у нас ланч. Какой бизнес, Вадим, такой ланч, да? Ну, да. На самом деле, хочу сказать, что это вкуснее, чем в любом мишленовском ресторане. Только что пойманный жареный тунец с луком, с детьми. Это невероятно. А вот, собственно, кальмара-водка. Кальмара-ловка. Вот на этих лодках стоят специальные лампы, и при помощи их ловят кальмаров. Мы хотим сегодня тоже попробовать что-нибудь поймать. Поэтому обязательно к ним подойдем. Но удивительно, что они ловят не так, как на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке ловят при помощи вот такой удочки и рыбки. Кальмар кидается на цвету, на любую рыбу, а здесь ловят при помощи сетей. Смотри, ребята, мы ночью пойдем. Смотри, сколько ламп. Вот еще одна. Ну, давай, Вадим. Что-то есть, да. Либо несколько штук, как обычно, либо... Смотри, гриба! Три штуки. Сразу три. Нам уже складывать некуда. Да, 50 килограмм рыбы набомбили. Смотри, полный. Вот этот вот. Это рыбалка. Пока закидывали удочку, клюнуло раз, два, опять стоят тунца. На закате, конечно, клюет гораздо интереснее. Только успевай доставать. Опять тунец. Туна, туна. Он почти запрыгнул. Запрыгнул сюда. Ребят, смотрите, сколько. Раз, два. Вот мы на это идем. Три. Четыре, пять, шесть. В общем, огромное количество кораблей, которые ловят кальмаров. Сань, что будем делать сейчас? Папа, пойдем наверх. Кстати, в прошлом году, когда мы были в Дубае, мне ребята подарили на день рождения кошелек, ну криптокошелек, на который они на 2000 долларов купили разных монет. И вот буквально недавно я его открываю, я вообще забыл, что он у меня где-то лежит, и на нем 10500, то есть 10 тысяч долларов. Получается, подождал я год. Это говорит очередной раз о том, что от нетерпеливых к терпеливым переходит состояние. Всегда нужно изучать новые тренды. Поэтому я не фиксирую. Если вырастет до 100, куплю какую-нибудь тачку. Вот такие бывают подарки. И это на самом деле очередной раз доказывает, что можно инвестировать не 2000 долларов, а 100 баксов и сделать 500. Пока я тут бегаю, все время встречаю знакомых, там, друзей. Это очень прикольно. За 3 месяца, находясь здесь, я встретил какое-то невероятное количество людей, особенно из таких мест, как Челябинск, Урал, Миасс, Курган, Владивосток. Очень много ребят, с которыми много лет не виделись. Ну, из Москвы встретил ребят с универа. Мы с ними не виделись, не знаю, лет 5, наверное, может, даже больше. Это удивительно. Кстати, по поводу того, что мы переехали на новую виллу, казалось бы, да? Напряг, все вещи перетаскивать. Но какие есть плюсы? Первое, новые нейронные связи. То есть там ты уже привык, где у тебя туалет. Ты ночью идешь, не думаешь. Ты уже привык, вот я привык, что побегал, поплавал, и идти надо в одну дверь, идти надо в другую. И мозг начинает работать. Новые нейронные связи. И самое интересное, что вилла оказалась лучше, чем наша предыдущая. Вип. Все дела. Я еще не видел.
Вот это да. Нормально? Тачка. Знаете, какая у нас сзади? Кто у нас на таком випе? Это что такое вообще? Asia Cup Company. AS4 какой-то. Китайцы, наверное, да? Специально разработано. Вот. Thank you. Вот такое вип-такси на Пхукете. Будем продолжать разговаривать про зависимости. Я выявил у себя еще одну. Называется зависимость от телефона. Я уверен, что у многих она тоже есть. Проявляется она по-разному. От простого залипания в телефоне, просмотра рилсов, ютубов, сериалов, до торговли, работы. Но это как бы и лудомания сюда, игромания, дофаминовая всевозможная история. У меня она однозначно есть. Мы идем в ресторан с Настей. И я в ресторане всегда сижу в телефоне. У меня сейчас основная задача — просто замечать то, что я постоянно в телефоне, и делать так, чтобы я от этого уходил. То есть мы вчера в ресторан пошли, я несколько раз всего взял телефон. Опять же, если я не в телефоне, я беру камеру и начинаю снимать. Вместо того, чтобы насладиться моментом, это на самом деле очень сложно. И самое главное, что я это осознал. Первый шаг, так сказать, к решению проблемы – это осознание ее и признание. Так что будем бороться вместе. Поддержите меня в комментариях, напишите: «Саня, не бери телефон в руки». Вот, но если камеру не буду брать в руки, то влогов не будет. Еще, кстати, хочу рассказать по поводу помощников. Работа таким образом, что за вас будут другие люди делать. То есть одно из решений проблем. Я так и сделал. По сути, меня сейчас и торгуют, и многие вещи делают. Там тот же монтаж, например, да, профессионалы, да. А у меня есть команда большая людей, которые мне совсем помогают. Но все равно многие соцсети, например, я сам веду тот же самый телеграм-канал, да. То есть я практически все посты, это все мое. Я вовлечен в процесс, то есть мне нравится самому что-то делать. Я не могу все делегировать. И, кстати, вот кто не понимает, что делегировать — это очень круто, есть очень простая практика: сесть за стол, взять ручку и написать все, что вы делаете за целый день. И напротив каждого дела поставить значок. Если вам это нравится, сердечко, и это вам приносит удовольствие. Если вы на этом зарабатываете, значок доллара. И если вы это ненавидите, — какашку. Вот, грубо говоря, все какашки должны делать за вас помощники. Почему? Потому что, например, вы не любите операционные какие-то вещи, там, не знаю, таблицы составлять, графики рисовать. А есть люди, которые от этого кайфуют. Если вы им дадите это делать, они, во-первых, будут получать удовольствие, а во-вторых, они это будут гораздо лучше, чем вы делать, потому что они это любят. А вы будете делать только то, что вы любите, и только что вам деньги приносит. И дальше то, что вам приносит деньги, вы можете нанять еще бизнес-ассистента и потихоньку передавать ему эти дела, чтобы он за вас это делал. Это на самом деле точка роста очень многих. Многие не понимают, что такое помощники, ассистенты и как с ними работать. Я вот прошел курс по работе с ассистентами, и мне это очень сильно в жизни помогает. Самое главное — делать в жизни то, что вам нравится. А во что мы превратили ребенка? Краба. Так, ну что, твой размерчик? Очки ему заказали. Твой размерчик, Саня? Мокасины. Сейчас мы будем этот мастер. Краб? Здесь примерка была довольно долгая. Смотрите, краб убегает! Очень крутой, да? Смотри, как... Сань, ну ты крутой у нас. Ехали на байке. Самый конец острова. Убегай, убегай. Убегай от них. Покусали? Да, классно. Смотрите, ребят, рыба шанс. Но ей уже не поможет. Она явно отъехала. Крабы-то у нас там. Крабы-то у нас там. Да я пока не перешел. Глубина вся вон там, где течение. Глубина вся, где течение, Сань. Тут ты утонешь. Утонешь. Слушай, ну глубина здесь сильная. Нет, Сань. Вон парни переходят. О, смотри, там глубоко. Сань, мы так не пройдем. Так, в общем, речку мы не смогли перейти, потому что огромное количество вещей, так бы СНК перенес бы. Соответственно, приедем сюда утром и либо сейчас вечером поедем на ужин, там очень классный ресторан. Причем там их три, там Зума, на первом этаже итальянский, на третьем этаже еще какой-то. Все классные, все вкусные.
И там вот этих крабов огромное количество бегает. Поедем сегодня туда ужинать. Ну, вот пока что нет. Санек изучает природу. Продолжает. Ничего не поменял. Настя, вот платье я подобрал. Смотрите, какое красивое. Сань, ну ты прикалываешься? Сань, ну ты чего? Или тебе на фоне дивана будешь, да? Ну трусы хотя бы на молодого человека надо надеть. Ну, в общем, выглядит классно. Следующий образ. Смотрите, еще вот джинсовое платье. Выбирал долго. Проверка от Оли. Сядь, попробуй. Тыш, на жопе разошлись. Ладно, Настя, снимай следующий образ. Супер наряд. Огонь, Настя, смотрится очень круто. Юбка очень красивая. Масленица на Пхукете. Выглядит очень смешно. О, Таня торт сразу видел. Как-то я даже стесняюсь здесь снимать. Шашлыками пахнет. Но русских много, да. А он ту бабу будет сжигать. Настя у меня любит вот такой движ. Свали на меня, да, давай. Это любишь, она меня сюда притащила. А Саша любит сваливать на меня все. Всякая байда. Если было круто, Саша пошел бы выпендривался, говорил, какой он крутой. Все обуты, видишь? Санек у нас терпеть не может одежду и обувь. Он хочет голым ходить везде. Мы ему объясняем, что нет. Мы 40 сюда ехали минут. Настя, хочешь, иди выиграй что-нибудь. Да, не Майами надо, да? Почему? Майами то же самое. Везде тусовка иммигрантов, она везде одинаковая. Сначала люди уезжают, выпендриваются, какая Россия херовая. А потом они так скучают, что они организовывают себе вечеринки русские каждый раз, чтобы хоть чуть-чуть испытать чувство, ощущение дома. Не знаю, не знаю. Просто это культура. Я думала, здесь будут клевые блины. А здесь какие? Ну, пацаны стараются, знаете, на жаре готовят. Поэтому я должна их съесть, да? A few moments later. Мне надоело ждать, я не могу. Пошли туда. К дяде скажем ему, чтобы он нам дал блины. Мы положили джема, да? Впечатление, что я пришел на ярмарку в школе у нас в городке, когда я был маленький. Классная тема для обсуждения у нас с вами. По поводу поведения себя в чужих странах. Я вот посмотрел местные паблики. Произошла такая ситуация, что какой-то европеец, очень богатый, живя здесь на вилле, повздорил с местной тайкой и ударил ее ногой. Она пошла, написала заявление в полицию, его арестовали, закрыли ему визу и сейчас депортируют, он в тюрьме сидит. Или в СИЗО, он где-то там. Местные, в том числе полицейские, подняли такой бунт, туристы совсем обнаглели, ни во что нас не ставят, могут себе позволить что угодно. А там жена этого европейца, она кричала, типа, да тут вся полиция наша, типа, купленная. Женщина, когда ее ударили, она сказала, я пойду жаловаться, она говорит, да жалуйся, вся полиция наша, нам вообще, можешь делать все, что хочешь. И это дело очень получило такой большой резонанс, местные объединились и начали, короче, жестко проверять компании, которые принадлежат тут, ну, какая-то часть управляется иностранцами, кто на мотиках ездит, и всех иностранцев стали тормозить, смотреть, четко проверять у них права, разрешения, все документы на мотоцикл, за шлем стали жестко дрючить. Компании все шерстить начали. Такая двоякая страна. С одной стороны, иностранцы и туристы привозят сюда большое количество денег и тратят здесь. Все это прекрасно понимают, что туристы наполняют казну, да, и как бы чем больше туристов, тем... Ну, можете простой пример вот сейчас вот здесь ставлю. Про фонтан во Флоренции, по-моему, да, или в Венеции. В общем, есть фонтан, который там 2 миллиона долларов собирает каждый год. Просто монетками. Ну, то есть туристы просто кидают монетки, загадывают желание. Понимаете, да, что это копейки по сравнению с тем, сколько туристы тратят на проживание, на экскурсии, на еду. И, соответственно, все местные, ну, большая часть местных, за счет того, что туристический бизнес развивается, они имеют работу, да, получают деньги, и многие очень хорошо на этом зарабатывают. Очень глупо утверждать так, там, Европа, Польша, вот эти все ребятки
вдруг сказали там, русские им не нужны. Не такое большое количество русских там летает в ту же самую Европу, да, но это все равно довольно серьезные раньше были деньги. И сейчас эти деньги все улетели в Дубай, в Турцию, на Пхукет, в Таиланд. Те, кто больше всех выпендривался, сейчас этих денег не дозарабатывают. То же самое с Америкой, да, как бы вот они не пускают приехать потратить у них деньги. Да, меня одного как бы не пускают, но я знаю большое количество богатых людей, которых тоже не пускают. У всех причина одна, что мы хотим там остаться. Да нахер нам не надо там оставаться. Есть миллион способов, как попасть на территорию Америки, абсолютно не платя при этом никаких денег. То есть вам достаточно купить до Мексики этот перелет, да. Но я думаю, что любой человек на планете может себе это позволить, потому что прилетают и африканцы, и вообще кто только не прилетает. То есть эконом-классом там. В интернете миллион видео, вы можете посмотреть, что люди делают, чтобы попасть в Америку. Но это иммиграция. Это ограничение твоей свободы. То есть есть три вида свободы. Это физическая, а-ля тюрьма. Это юридическая, вот когда тебе визу не дают. И финансовая. И вы мне все пишете, почему ты все время пытаешься получить эту визу. Я объясняю. Я не хочу, чтобы мои свободы ограничены были. Я просто не хочу там жить. Не хочу. Я хочу путешествовать. Смотрите, парень на каяке приехал, взял ружье, и он там в камнях охотится, лежит. И посмотрите, какой сегодня прилив. То есть вот там я ходил в прошлый раз. Вот он там в залежечке лежит, рыбку постреливает. Я мог бы так же сделать, но не горит уже так подводная охота. Уже жалко рыбу как-то, что ли. Уже столько раз нырял. Перегорел, что ли. Выгорел на подводной охоте, так сказать. Надо, в общем, какое-то новое хобби придумать. Что без хобби мужику тяжело. Как думаете, что бы такое интересное придумать? Напишите в комментариях, кто чем занимается, у кого какое хобби. Ну, помимо рыбалки и подводной охоты. Потому что это хобби остается, но оно уже на второй план немножко отходит. Давайте не будем писать прыгнуть с парашютом, мотогонки какие-нибудь. Мне 40, давайте что-нибудь поменьше, чтобы риска было. Как-никак двое детей. Эти какие волны. Мама. Офигеть. Круто. Сегодня волны веселые. Много понырял. А, надо мусор собрать. Болеть, конечно. Много всего. Особенно вот пенопласт. А, интересно. С буйков, наверное, какие-то. Все, дело выполнено. И вот сейчас благость такая на душе. Тут лишил себя удовольствия этого. Папа, понимаешь, что сейчас тут мы отсюда не уезжаем из этой планеты. А потом мы уедем. И еще я тебе хочу сказать, в чем предел. Мы потом уедем в Москву, я не получил лак. Москва очень далеко, чем Таиланд. Вот, видишь, это планета. Таиланд здесь, Москва здесь. И это далеко. Ведь Таиланд здесь, это очень далеко. Это 50 километров. Понимаешь, да? Угу. Саня как дома здесь, смотри. С очком побежал. Ничего, папа. Мы половим здесь на берегу. Там же все равно ночью сядет вода, да, пап? Ну, надеюсь. Да, вон они на лодках плавают. Вода не ушла, представляешь? Ты думаешь, они днем бегают? Ага. А где они обычно бегают? Они там бегают. Вот это воды сегодня, да, Сань? Смотри. А тут вода? Да нет, вроде. Три ресторана вкусных. На втором этаже Зума, здесь на первом какой-то итальянский. И там наверху тоже очень вкусный. Мы там еще не были. Никак не можем туда дойти, потому что здесь крабы и Санюк не дают нам возможность. Смотрите, здесь как развлекают туристов. Написано, это станция погоды. Кокос. Если двигается вот так, то значит ветрено. Если не двигается, то безветренно. Если мокрый, то дождь. Если сухой, то солнце. Если белый, то снег. Если невидимый, то дым. Канат гоун. Если кокос улетел, значит ураган. Место, конечно, классное. Вообще, я считаю, что у Пхукета
есть очень хороший задел на то, чтобы стать топовым местом для туризма. Он и сейчас на хорошем уровне находится, но буквально нужно дать 5, ну максимум 10 лет, и здесь будет не хуже, чем, я не знаю, в Мексике, где более развит сервис и все остальное, там Майами, Дубай. Здесь, конечно, деревня, нельзя сравнивать с тем же самым Дубаем, да, но то, что здесь будут лучшие бич-клабы, лучшие отели, очень хороший сервис, бани, спа, ну, то есть, и это все с такой вот красивой природой, которой нету, наверное, больше нигде. Послушайте, это цикады, все живое, ели стоят, ну, не знаю, как это называется, не ели, а как это сосновая история, вместе с пальмами. Нам осталось буквально пару неделек, и мы летим домой. От этого немного грустно, но очень хочется домой, на самом деле. Ну, на ужин у меня лэмб чоп, стандартная барашек, очень я люблю. Всем приятного аппетита. Пап, представляешь, этот клап такой большой был. Он там, вот, видишь, я убрал камеру. Она под этим камеру. Вот под этим? Да, под этим. Под этим поднять все. Веру, стой. Вижу. Вот, видел. Убежал. Подожди. Свети сюда, Сань. Вот он, вот. Где? Вот. Вот он сидит, да. И что ты предлагаешь? Зачок где? Как там улов, Сань? Смотри, самый активный. Вот какая у него клешня. Смотри, какой интересный, черный. Мы его не ловим. Мы маленьких не ловим, Саша. Я вижу здесь. Вот. Мы только больших ловим. Здесь их смотри сколько, Сань. О, слишком много, надо отбавлять. Этих я отпускаю, а тех ловлю. Пап, на дерево обещал показать. А, вот они на деревья залазят, да. Я же обещал клешнями свои. Да. В общем, мы идем и собираем мусор, делаем духовную практику, можно назвать, или как еще. Казалось бы, в этом нет ничего такого, но попробуйте, это очень приятно, просто ходите и по пляжу мусор собирать. Я уж полный пакет, вон пакетов набрал. Не знаю, слышно вам что-нибудь или нет, потому что ветер очень сильный, заодно проверим, как DJI Action 4 снимает, какое у нее качество звука. Следы – это жизнь. Вот проходит год с того момента, как вас не стало. Каждая волна – это время. Проходит два. И о вас забывают. Как будто вас и не было. Стоп. Иди-ка, мам! Ой, ее акула откусила по ходу дела. Не трогай, не трогай. Это окунь. Саня! Ага, молодец. Так, ну что, сегодня большой прилив, сейчас попробуем перейти вон туда, нам надо. Мусора вот мы набрали. Ну что, я пошел. Попробую. А? А вы пока здесь будьте, я глубину померю. Нормально! Ну, по горло уже! О, здесь вообще глубоко. Ой-ой-ой! Тут нет течения! Все, здесь уже мелко. Преодолеваем речки местные с мусором, который собрали. Ух, так, все, это оставляем. И теперь пойду забирать малого с Настей. Держишься? А там очень глубоко. Да. А я упаду. Держи, ногами обхвати меня. Обхвати. Все, идем, не души, я говорю, дышать нечем. Не, наоборот, я вот здесь надо идти, иди сюда. Там глубоко, где ты пошла. Настя, ты утонешь. Настя, я тебе говорю, ногу в ногу, иди со мной. Но. Ты держись. Настя, выйди сюда. Здесь вот полегче идти. Мама, если ты бросишь мусор, то медуза на нас накинется, не бросай. Настя, лодка. Давай бегом сюда. Нет. Нет, не
Все, вот мы вышли. Спускайся. Спускайся. Да, спускайся, тут уже тихо, не глубоко. Успела, Настя. Спастись. Мы это сделали. Мы выжили, Сань. Он не сядет тебе на лапу. Сань, только не трогай его. Give him nuts, I think. Yeah, you are. Аккуратно, он аккуратный, он видит. Can we also try? Of course. Игуана. Краб. Какашка. Да! Крупный со скрещной. Вот, смотрите. Саня, а ты от кого убегаешь? От кого? Да. От повара. От повара? Рискар, ты сван, а у меня один звук. У меня же не два звука. Если было два, Рискар, ты сван. Он любит свет. Он начал вот так будет делать и потом летать.